Каникулы закончились, пора браться за учебники и конспекты. Настоящим подарком и кульминацией лета для анапской молодежи стал фестиваль «Жить так здорово». В сквере Гудовича с самого утра стайками студенты, школьники и малыши окружили организаторов праздника. Управление по делам молодежи курорта приготовило немало сюрпризов. Это культовое место для анапской молодежи, потому что здесь всегда собирались какие-то молодежные тусовки. Сегодня здесь у нас подводятся итоги лета, итоги дворовых площадок, которые работали все лето. Лето, скажем так, провожаем. Такая летняя масленица у нас получается. Веселимся, развлекаемся. И, конечно, подведем итоги. Наградим, кто лучше всех трудовые отряды летом проявил себя. Вожатых, работающих на дворовых площадках. Ну и вообще всех, кто помогал вот в этой летней молодежной работе. Работали интерактивные площадки на любой вкус. Любители футбола сразились в дружеском матче в необычных кедах. Не так-то просто было забить в них мяч в ворота противника. Масса настольных игрок, вагрим, мастер-классы по акробатике и плетению замысловатых косичек. На площадке фотосушка ребята могли найти себя и своих друзей на фотографиях, отразивших самые яркие мероприятия уходящего лета. Эстафета в забавных штанах вызвала у зрителей бурю восторга. Для самых маленьких творческая мастерская по рисованию. Ребята трудились вожатыми все лето. Самое время отдохнуть перед началом учебного года. Фестиваль молодежных клубов по месту жительства стал яркой и красочной точкой уходящего лета и подарил ребятам заряд бодрости на весь год.